Следователи областного управления ГУ МВД возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Данный факт был выявлен при приобретении медицинской техники для Волгоградского областного госпиталя ветеранов войн. Оборудование, которое поступило в клинику, состояло из частей, несовместимых друг с другом. Областной госпиталь заключил договор на поставку дорогостоящей медицинской техники с одной из фирм. Средства были выделены из резервного фонда президента России. Однако оборудование, которое пришло в клинику, использовать на деле нельзя. Оно состоит из деталей разных марок, несовместимых между собой. Указанная аппаратура была приобретена организацией «Заумедтехноонлайн» в Москве примерно за 700 тысяч рублей. Здесь она была поставлена, данное оборудование, за 1 миллион 200 тысяч рублей. То есть фактически было приобретено несоответствующее оборудование заявленным требованиям в конкурсной документации за цену, по которому можно было приобрести качественное японское оборудование. Несмотря на это, по данным полиции, руководитель клиники подписал акт приема-передачи оборудования. В отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится проверка и других тендеров, участие в которых принимала фирма, поставившая в госпиталь неработающую технику.